уже 12-й день, как идет операция на нашей территории Украины. И непосредственно все полки уже опустошены. Там осталось еще пару магазинов, в которых еще есть запасы. Ну, опять же, в 12 дней человек требует и дети, и люди пожилые, питание, ну, пищи, как говорится, простым языком. И поэтому ситуация такая, что без помощи, это и хлеб, опять же, и дрожжи, и макарон, ну, всякие, в общем, продукты непосредственно требуются жителям. И мы вот это непосредственно благодаря нашим, так скажем, друзьям и коллегам, которые помогли в обеспечении вот этих гуманитарной помощи, для того, чтобы наши люди не остались без продуктов. Большинство жителей относятся очень положительно. Так как есть очень много семей, пенсионеров, у которых закончились деньги и не что купить продукции. Они, особенно там пожилые люди, и до этого голодовали, тянули, как на месяцах тянуть какие-то продукты и обеспечиться зимой, теплом, и они уже очень сильно экономили. А сейчас тем более им необходима помощь. Еще много семей, которые зарабатывали, ну скажем, одним днем, заработали и сегодня семью покормили, купили в магазине. Сейчас все предприятия, ну и коммерческие, и торговые, кроме продуктовых, ну, закрыты. Люди не получают денег. То есть строительные площадки все закрыты, ничего не работает. И людям не за что кормить свои семьи. Там у кого какие были запасы, они уже заканчиваются. И наша задача стоит находить сегодня эти семьи, люди обращаются, и помогать им продуктами. Спасибо, что неравнодушные люди с Крыма передают эти продукты, грузы, детские, там, питание, памперсы, лекарства. Люди в них очень нуждаются. Спасибо.